Волнительный момент. Ожидание вопросов. Так как вы пишете только второй курс, вы сдали на химию, да? В этом году на участие в программе стипендий для одаренных студентов из 2000 заявок в заключительный этап было допущено 300. Да, были такие вопросы, которые я не смогла ответить, но я думаю, что я буду над собой работать и в дальнейшем, когда, если будет такое собеседование, я еще буду на все вопросы хорошо отвечать. Если, дай бог, я выиграю эту стипендию, я хочу в дальнейшем, у меня есть свой проект, в этом области я хочу работать, различные вот статьи печатать, участвовать в различных международных конкурсах, вот, посмотрим. По словам членов отборочной комиссии, уровень знаний у ребят, подающих заявки, с каждым годом становится выше. Студенты приходят более подготовленные, хорошо владеют иностранными языками. Очень радует то, что из областей приехали студенты, которые владеют очень хорошо иностранными языками. Если это раньше было прерогативой именно города Ташкента, действительно большое количество ребят, которые владеют не одним иностранным языком, то сейчас уже и в областях вот, есть такие ребята, которые на достаточно хорошем уровне могут говорить на иностранных языках. Это радует, потому что это соответствует той политике, которая проводится в нашей республике вот, на владение иностранными языками. В ходе собеседования члены отборочной комиссии задавали участникам вопросы о выбранной профессии, участии в других молодежных конкурсах и проектах, достигнутых успехах, планах на будущее. Оценивали уровень коммуникабельности. Они приходят подготовлены, зная о проектах фонда, форума, о проектах Мехрнуре. Многие являются активистами или участниками проектов, которые проводит фонд-форум во всей республике и областях. И вопрос личного плана. Они должны в течение 2-3 минут убедить жюри в том, что они достойны получить эту стипендию. По-разному отвечают на вопросы, как вы будете использовать эту стипендию, если вы станете победителем. Программа стипендий для одаренных студентов проводится фондом форумом и фондом Мехрнуре с 2006 года. По итогам прошлых лет победителями программы стали 717 студентов. 100 студентам был продлен срок выплаты. Ну, сначала был такой как страх, то, что непривыкание, не было адаптации к месту, но потом уже со временем я начала уже адаптироваться и отвечать более правильно и объемно на заданные мне вопросы. По итогам собеседований победители программы стипендий для одаренных студентов ежемесячно в течение одного учебного года будут получать стипендию в дополнение к основной с возможностью продления на следующий год.